В связи с непогодой дорожники краевого центра еще до начала осадков начали обработку основных маршрутов и сложных участков противогололедными реагентами. По прогнозам синоптиков, снег будет идти ориентировочно до 16 часов. Может выпасть до 4 мм осадков. С 5:30 утра спецтехника вышла на расчистку и обработку дорог реагентами. Обработаны участки на Суханово, 3-й рабочий, Семеновской, Тигровой, Вилково, Пограничной, Баме, Восточном проспекте. Также на ней будто 4-й Восточный, Маковского, Капитана Шефнера, трассе Седанко-Патрокол и многим другим адресам. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также стоит быть внимательными. Рекомендуется выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.